Я рад всех приветствовать. Вот все-таки решил зайти в Unreal Engine. Engine, как он там называется. Вот здесь я кое-что тут пробовал. Теперь нужно узнать, как это все дело поудалить. Вот эти все проекты, которые косяки. Типа, ну, бесполезные уже. Заходим в Game. Жмем Next. И вот высвечивается у вас вот такая вот штукенция. Это уже базы, типа, созданные. Вот игрушка, где тут, вот в этот топ-даун, здесь вот можно уже выбрать, загружать своего персонажа, переделывать окружение. Также здесь есть гонки, потом есть пазлы и так далее. Вот здесь тоже человека можно выбрать. Короче, вот этот можно взять, вот этот взять и вот этот вот сайт скролл. Так, я вот этого топ-даун возьму. Бланк пустой, там вообще сразу поначалу голову сломишь. Это нужно сначала вот это все изучить. Ну, погнали, короче, посмотрим, что получится. Так, next. Здесь он показывает для экрана монитора сохранять игру или для телефона. Вот выбираем для экрана, допустим, монитора. Create Project. Итак, вот есть персонаж. Здесь можно нажать открыть боковое окошко. И почему я именно взял вот этого, вот эту вот заготовку, да? А для того, чтобы вот поудалять то, что нам не надо, и с нуля не начинать. Вот есть анимация. Давайте удалим вот эти все анимации, потому что когда мы удалим персонажа, он, анимации тоже исчезнут. Жмем Delete for Delete. Все это дело удаляется. Теперь открываем папку характеры. Нажимаем Mesh. Выбираем персонажа. Delete. Force Delete. Удаляем теперь материалы этого персонажа. Так, Delete. Delete. Окей, Delete. Ага. Теперь, что тут? Текстуры тоже этого перса нам не понадобятся. Мы их тоже удалим. Оставляем пока вот это вот, вот эту штукенцию. Проверяем. Анимация, характер. Материал пустой. Текстуры пустые. Все. Выбираем папку Mesh. Открываем ее и закидываем нашего персонажа сюда. Ждем персонаж со скелетом. Вот здесь вот нужно ставить скелет. Но его пока нет. Ну, в смысле, пока не загрузится персонаж. Жмем Import All и ждем. Так, высвечивается вот такое окошко, его можно закрыть. И вот он внизу у нас персонаж с материалами, с разверткой. Вот его скелет, скелетон. Нажимаем два раза на персонажа. Вот он высвечивается, мы можем выбрать, допустим, какую-то часть его тела, вот голову повертеть там и руками поводить. Так, ну, словом, это все работает, как и в ролике. Так, теперь это все дело мы пока закрываем. И папку можно здесь создать, вот, допустим, New Folder. Вы пишете анимация, как реклама заебала. И пишите анимация здесь на английском, конечно, туда-сюда. Ну, я пока здесь не буду создавать, как в ролике. Delete, папка Delete. Открою анимацию, вот саму папку, и перетащу сюда именно файлы FBX скелетов, чисто с анимацией, без персонажа. Вот такие вот именно FBX форматы, вот просто скелеты с анимацией. Ну, выберем какие-нибудь вот Jump Attack и так далее. И перетянем это все дело вот в папку анимация. Здесь теперь выставляем. Вот он появился. Скелетон. Импорт. И вот так вот можно каждому ставить вот этот импорт скелетон. Или поставить импорт all. Так, сейчас посмотрим, как все это дело работает. Итак, вот так, 3, 4, 5 анимаций. Выбираем теперь Mesh.
нажимаем на какой-нибудь вот, на вот этого персонажа, он загружается. Надо теперь ему, так, здесь мы пока так, если мы его так откроем, то открываем папку анимация. Так, так, так. И выбираем какую-нибудь анимацию. Вот вы видите, что он начал ее повторять. Вот такая штука. Все. Space анимация blueprint. Вот он, blueprint. Выбираем наш скелетон. Вот он есть уже. Окей. Создается вот такая штукенция. Мы ее открываем. И вот здесь прописывается анимация. Вот те анимации, которые есть у нас. Вот это вот. Мы выбираем, допустим, первую анимацию. И вот можно ее вот сюда вот вытащить. И вот взять вот этот рисунок кисточки пера. И вот к этому пригрузить. Теперь Complete нажать. Все это дело, вы видите, что принялось. Вот его будет теперь. Это первая поза его будет. Типа вот с нее он должен начинать там бег, ходьбу или какие-то движения. Так что здесь нужна именно анимация в покое, где он стоит, хотя бы там чуть-чуть так двигается на месте. Так, это мы все пока остановим. Открываем теперь вот эту двумя щелчками. Смотрим, что да как. Угу. Все нормально. Теперь опять открываем вот эту функцию. Здесь пока стоп. И вот нужно теперь вот в эту штукенцию Blueprint зайти. И настроить там, установить именно, как он будет двигаться. Почему-то она не открывается. Итак, что нужно? Вот эту вот предыдущую удаляем полностью. То, что мы устанавливали, так, blueprint этот. Теперь правой кнопкой мыши нажимаем и жмем, пишем new, на английском new. Пятый state. И вот этот new state machine. Вот здесь вот будет она, как объясняет автор ролика, перемешивать анимации. Мы ее также можем переименовать. Вот выходим entry. Здесь мы от entry вытягиваем стрелку, жмем add state. И еще раз вытягиваем стрелку, жмем add state. Эту, вот от этой второй state кидаем стрелку вот на этого state. И получается, это вот первое действие будет, это второе. Нажимаем, вот появляется вот такая штукенция. Сюда мы добавляем первое действие. Вот так вот соединяем. Потом вверху state переключаемся, выбираем второй state и добавляем ему, допустим, вторую анимацию. Вот так вот. Соединяем. Так, теперь вот этой мы нажимаем complete. Ждем, смотрим, привяжется или нет. Так, что-то она тут не хочет. Нужно вот этот, так, этот сгенерировался. Вот первый ingraph.
Мы вот этот открываем. Этот сгенерировался тоже. И второй вот этот что-то не хочет, да? Комплит. Давайте его попробуем delete. И поставим какого-нибудь другого мутанта. Так вот. Это что тут такое? Класс. Выбираем, жмем Complete. New Stand этот. New Alien Blueprint. Arm Graph. Ну, вроде вот. Что у нас тут получается? Вот он топчется на месте. Смотрим дальше. Тут показывает какая-то ошибка. На втором вот этом что-то не так. Или просто пока еще прочитывает. Может, большая анимация. Ну, подождем немножко. Итак, пока это дело мы закрываем. Теперь давайте зайдем в характер, в Mesh. Так, где мы создавали вот эту в анимации. Да, вот в анимации создавали. Давайте еще создадим. Что тут? Ага, анимацию. Так, анимация Blend Space создаем. Выбираем наш скелет. Вот, создалась она. Можно также переименовывать. Допустим, ну пусть она так будет. Пока я не в курсе, каких. А это написано Blend Space, вроде помнить буду. Так, теперь вот эту вот делу открываем. Blend Space. Что тут еще нужно? Горизонтальный и вертикальный аксис. Это значит, здесь будет name speed, скорость. Speed, speed, скорость. Enter. А здесь будет у нас так. Ты. Ходьба или как его. Назову как-нибудь прав. Пойдете. Пока все пойдет, это для изучения. Так, это мы сделали. Итак, direction минимум ставим 100, так, пардонте, минус 180. А здесь внизу надо 180 поставить. Так, и скорость будет у нас 600. Enter. Так. Посмотрим, что получится. Так, теперь нам нужно посмотреть, как вообще называются наши вот blueprint, да? Так, смотрим. Этого надо отключить пока. Так, анимация pause. Открываем blueprint. Что он тут? Стоп. Да? Вот это нужно открыть. Она теперь почему-то не открывается. Ага. А, вот она. Так, вот здесь у нас, значит, идет play mutant left turn. Вот он, left turn 45. Так, это значит complete. Угу.
А здесь идет у нас Mutant Jumping 2. Так, понятно. Теперь заходим в New Blend Space. Подключаем. Так, значит, посередине ставим 45. Вот так. А наверх Jumping 2. Вот сюда, вот так вот. Опять же, стоп. Так, теперь вот этот мутанта ставим сюда. Так, а этого ставим вот сюда. Теперь что у нас тут остается? Этого можно сюда. Так, и атак вот сюда вот поставим по сетке. Так, теперь если включить play, зажать shift и вот так это дело все вводить. Вот у нас персонаж двигается, да? Только здесь нужно походку влево-вправо, назад и так далее. У меня просто анимация совсем другая. Тут в основном больше действия такого на месте. Ну, вот все работает, в принципе, классно. Так. Вот он чуть-чуть подпрыгивает, тут сильнее, тут назад. Ну, в принципе, нормально. Все работает, как и в ролике объяснили. Так, это мы понял. Итак, с этим делом вроде как понятно. Сюда устанавливается шаг влево, ходьба влево, вправо, поворот, назад, там развороты. Вот именно такая анимация ходьбы. Так, что еще? Теперь пока вот это все закроем, зайдем в New Animal Blueprint, откроем вот этот State, вот эту вот штуку удалим, Delete, я ее анимацию не туда поставил, и вот это добавим New Blend Space. Вот эта штукенция. Так, и вот ее нужно соединить. Так, есть такое дело, соединена. Так, теперь идем дальше. Так, дальше от этих тоже вытягиваем вот эти полосы. Левая кнопка мыши и промет. Вот создаем RAW. А здесь создаться типа у нас Speed. Вот Speed. Почему-то она объединилась. Так, вот это мы, значит... Угу. Вот так вот перетащим. Теперь что теперь? Так, теперь заходим в Event Graph. Вот здесь такая штукенция опять же. Вот это. Так, это что у нас такое? Напоминалка какая-то. Так, клик Notes. Через Shift не тянется, через Alt. Так, теперь вытягиваем вот эту штуку и пишем секвенция. Сек. Так, 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 так. На S поищем тогда. M, N, O, P, R. Сервис, так, 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 а вот этой секвенции почему-то у меня нет. Так, а если напечатать? Секвен. Так, секвенция ever repaint, ever repaint, place, glass. Queen. Sequences actor snapshot setting. Ладно, пробуем еще раз. Так. Секвенция.
Ну, хрен с ним. Так, это, по-моему, не она. Вот же, блин. Delete. Просто секвенции нету. Секвенция. Every plane. Plane glass не подходит. Play mode. Нужна анимация. Так, control point. Шиша какого тыша. Так, селекцион. Актор. А ну-ка этот. Объект. Ну, посмотрим сейчас. Так, тут надо теперь, если не найдется второй, так заканчиваю. Cast to. Бля, их валом, мама не. Так, теперь ищем cast to характер. Я его cast. Характер. А он тут есть вообще? Вот он. Архив. Каст. Ну вот только ArchViz характер. Ну, походу, тоже не как в ролике. Так что тут вот Temple Sequence Actor. Должна просто быть секвенция. Может, он переименовал ее. Ну ладно, попробуем. Так, от этого теперь отводим тоже. Соплю и пишем. Мать ее, блин. Джет. Так, вытягиваем. Пишем. Три. Джет. Power over. Вот он, мать, я его тудить. Так, а как же они тут передвигаются? Никак, что ли? Вот чисто вот так каждому. Так. Правой кнопкой вот двигается. Теперь добавляем. Откуда вытягиваем? Вот сюда. Значит. Z. Бля. Так, 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 так. Jet Actor ротация. Вот здесь вот. Jet Actor. Так, Actor ротация. Вот он, rotation. И еще один вытягиваем, я так понял. Вот сюда куда-то. Так, а здесь вытягиваем Jet Actor трансформация. Jet Actor Transformation. Так, транс. Ротация трансформ. Во. Йо, нашелся. Вот эти, вот это точно не знаю. Он, не он. Сейчас будем смотреть. Теперь от игрока берем калькулятор. Калькулят. Кальку. Ох, йо. Латте. Direction, да? Ты. Да я его. Transform to Mesh. Во, пусть он тут будет, походу.
Так, неон delete. Калькулятор. Такого нету. Вот тебе и делай дальше. Это конкулят. Transform to mesh. Что тут еще есть? Transform intersection для tangent алигменты. Калькулят. Direction надо. Значит, transform intersection. Мать ее, вот так пускай. Так, трансформ вот этот, он сказал удалить. И добавляем jet velocity. О, этот есть, слава богу. Так, этот теперь переносим сюда, этот как бы вот сюда, этот как бы, наверное, я так понял, соединить надо. Так, Ctrl-Z тут вообще работает? Работает. Так, этот как-то вот так, наверное. Правая кнопка мыши переносит, это вот сюда, этот сюда. Так, Start Point, здесь должен быть Rotation, значит этот, вот этот гаврик. Калькулятор не тот, нужно его искать. Контр, так, это теперь правая кнопка мыши. Тут есть калькулят компоненты. Короче, вот в этих еще разобраться надо. Пишем калькулятор. Калькулятор. Direction. Вот этот, наверное. Вот он. Base ротация, это вот этот, а этот Base Velocity, Velocity ставим, вот, вот теперь соединили, еще осталось найти этот, как он называется, калькулятор, я его маму, ну короче, вот что-то получается. Так, теперь вот от этой вытягиваем Speed, Speed, Enter, вот, Set, Speed, и теперь вот, вот эту, я так понял, нужно чуть-чуть повыше поднять, и от Velocity еще сейчас одну надо создавать. Так, теперь от Velocity вытягиваем и ищем вектор. Вектор. Бэмс, неон, делит. Находим, опять вытягиваем, ищем вектор. Так, вектор, на Т, так, вектор, трейн какой-то. Так, я его маму на закурятся. Так. Так, опять пробуем. Вектор ленг. Ленг сквер. Вот этот, наверное. Ну, вроде как он, ага. Так, теперь вот это крепим к спиду. А вот это еще вытягиваем set set direction на 5
Что у него там было? Так. Set позиция. Так, 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 так. Temperation. Set sound. Это должно direction где-то тут, наверное, находиться. Set. Display. Регистрация. Это уже какие-то большие названия пошли. Так, на начало поднимемся. Пекуляр, эффект. Street mix. Set direction. Его тут нету. Может, он по-другому как-то теперь называется. Так, дисплей. Так, что ты нам тут предлагаешь? Нажимаем пойдем. Посмотрим, что получится. Нету set direction. Вот эту тогда попробуем удалить. И напишем просто direction. Давайте. И direction просто нету. Division есть. Дебюты, set default. Set. Array. Display. Позиция. Ладно, позицию выберу, пойдете. Так, теперь что? Нужно их как-то соединить. Тут еще вот этот под вопросом. А, вот он. Калькулятор дирекцион. Значит, пробуем эту delete. Так. Set. Set. Директ. Хрен, нету такого, бля. Set display. И так далее. Set stem. Так, ладно, продолжение бессмысленно. Нужно искать теперь вот эти все сеты. Пара ПТПМ пойдет. Давайте вот так вот подсоединим и заканчиваем. Так, калькуляция. Вот это идет сюда, это идет к ней. Вот так вот. Ну,
Ну, в принципе, что-то тут соединилось, пойдет. Вот эти поменять надо, короче, вот эту найти. И вот эту, есть они, нет, или замена какая-то, название другое у них. Мы сейчас посмотрим, что произойдет. Так, теперь заходим вот в эту Blueprint. Где она тут? Event Graph. Так. New Blend Space. Тоже не сюда. Так. Engraph. А где этот у нас? Space. Blueprint. Анимация. Mesh. Скелет. Blueprint. И надо их где-то тут активировать. Я его тудыть. И потерялось у меня это окошко. Вот она. Graph Space. Так, это вот это, да? В нее заходим и надо ее вот это активировать теперь. Открывается вот такая штукенция. Так, теперь находим Float. Float, float. Ищем, значит. Float, float. Это вот значит больше-меньше. Вот это, по-моему, он выбрал. Сейчас посмотрю. Так, не это. Это значит delete. Опять float. Float. И выбираем, чтобы стрелкой равно вот это было. Вот этот. Что тут подсоединяем, наверное, шею. Так, теперь здесь получается вытягиваем speed. Так, где он тут? Вот, speed. Что такое? Почему его не видно? Set speed. Вот он. Нажимаем перетяжку. Теперь соединяем вот с этой нижней. Пардонте, соединяем с верхней. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот так. И теперь speed. Set speed. Перетягиваем наверх. И теперь вот эту. Так, вот эту с верхней соединяем. А на низу печатаем 10. Так. 10. Enter. Так, теперь вот в эту заходим. На эту нажимаем стрелку два раза. И добавляем тут то же самое. Значит, правой кнопкой Set. А, флот, пардонте. И ставим теперь меньше. Вот эту ставили, а теперь вот эту вот надо. Чтоб стрелочка одна, галочка сюда и равно было. Теперь все это дело тоже соединяем. Вытягиваем тоже speed, set speed. Поправляем. Правой кнопкой мыши чуть-чуть все это дело отводим. Это теперь вот сюда, наверное. Или на нижнюю.
Для взрыв мозга. Так, вот это blueprint открываем. Set state. Blueprint. Так, где этот viewport? Эх, мать моя. Так, короче, я это все дело сохраню. И потом в следующем ролике уже настроим его, подставим. Короче, его нужно подставить вот сюда вот. Вот в эту фигню. В окошку. Нейтед. Тут есть viewport. Viewport. О, поставился. А надо ли так делать или нет? Delete. Короче, все в следующем ролике. Фу, все. Всем пока, до свидания. Ролик изначальный, посмотрите, кому надо.